представить, что весь тот фонд, который сейчас вы видели только что, помещался вот в одном вот, Читальной комнате. И дети, и взрослые, и читальный зал, все на свете. Библиотека села Устьевое раньше располагалась в здании культурно-досугового центра «Прибой». В одном кабинете были и читальный зал, и абонемент, и книгохранилище. В прошлом году библиотека переехала. Ее в ходе рабочей поездки по Соболевскому району Камчатского края посетила секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктория Сивак. Проходите, проходите. Не буду показывать. Вот сразу в зеркало на себя можно посмотреть. Теперь библиотека занимает часть двухквартирного жилого дома 87-го года постройки. Особая гордость – это детский отдел с уютными уголками для чтения. Здесь секретики у вас? Ну, да, это библиотечная мебель специальная, там 12 журналов, а здесь вот такие удобные для детей. Идейный вдохновитель и руководитель библиотеки Чулпан Насрединова. К подготовке каждого отдела она подошла очень творчески, отмечают односельчане. Чулпан Ильясовна, заведующая библиотеки, очень активно работает с населением. И она, в принципе, всегда полна идей. Поэтому, если вы обратили внимание, у нас комнаты подобраны по тематике. Детская – это значит яркая игровая комната. Вот краеведческая – это морская тематика, потому что мы находимся на побережье. Там, где идет у нее прием населения, это более такой жизнерадостный, тоже яркий такой цвет. В библиотеке есть так называемые «говорящие книги», а также литература, отпечатанная шрифтом Брайля. Закупили и оборудование для слабослышащих. У нас есть две женщины, которые читают по губам. Ага. Привыкли. А мы сейчас в масках, и она не понимает. Кстати, я ей говорю, ну, иногда подойдите. Даже, когда слышишь, хочется, чтобы маску человек снял. Да, такая довольная. И говорит, а почему у нас в больницах нет такое? Угу. Да, что удобно. В ремонте, покупке техники и мебели помогли местные власти и рыбопромышленники. Деньги на ремонт фасада поручил выделить губернатор Владимир Солодов. Так, возле библиотеки установили ограждение, беседки и малоархитектурные формы. Библиотека в Устьевом, которая произвела впечатление, маленькое село на 300 жителей и такой уровень и оформления, и обслуживания посетителей. Ну, даже есть к чему стремиться всем остальным в качестве опыта эту работу в библиотеке. Теперь библиотека в Устьевом расположена в центре села. В летний период количество читателей здесь увеличивается за счет сезонных работников. На базе библиотеки проходят различные мероприятия и выставки. Лесина Латыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».